Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Так, что это у нас тут? Квесты. Получена награда. Интересно, почему я раньше ее не забрал? Так, и магазин. Что у нас тут? Условно-бесплатно, да, типа? Слушай, маг, он нам нужен. Блин, ну мне так неохота смотреть рекламу, если честно. Я, наверное, пропущу этот момент. Так, ну, естественно, новый месяц, друзья мои. Че, я на первом месте, что ли? Так, 15 заводов получил. Воу, призраки, ребята, очень редко. Где-то их можно выбить. И это хорошо, что мне их дали здесь. Так, ну что, новый сезон за август. А у нас сегодня первый день августа. Награда высшего уровня 15 толкателей. Поехали. Противник найден. Так, ну естественно выбираем с тобой команду. Самую-самую такую А, мы с тобой сделали здесь небольшие перетрубации. Точно, друзья мои. Хорошо, давай проверим. А что проверим-то? Здесь же первого уровня. Господи, чем мы волнуемся? Тут достаточно выпустить одного воблера, и он тут всех разорвет. Голем в рубашке с таким, извини меня, болтом в башке, что мама не горюй. Блин, ты посмотри какой, да? Пинь-тинь-тинь, ползет такой, как червяк. Ничего нету, к голове прикручены такие батаранги, которыми он, ребята, и, в принципе, уничтожает врагов. Ну, другого и быть не могло. Первое место. Все. Теперь остается, друзья... Подожди, я могу его прокачать? А, ну да, мы же не докачали его до фулочки. А здесь кто разыгрывается? Ну, ребята, рекомендую мага-рыцаря всем, всем, кто играет, кто начал играть, как можно быстрее набивать эту карту. Это, по-моему, самая-самая топовая карта из бойцов. А из боссов я бы, наверное, назвал ведьму топчиком и друидку. Да. Ну что, идем с тобой на основную сюжетку. Так, одну локацию мы с тобой прошли. И у нас территория нежити, где нас встречает зомби плюс некро. Поехали. Зомби и некро. Ну, против зомби, естественно, у нас будет выходить самурай. Так, подожди, а что-то тут затихарились. Ага. Ну-ка, некро, некро, давай. Выпускай своих колобков. Угу, нормуль. Сейчас мы посмотрим, кто кого тут передамажит. Да-да-да-да-да, я вызову воблера. И это мало того, что я вызову воблера, я еще вызову тыквоголового. Ко всему прочему, я выпущу корни. И аля-улю, победа за нами. Согласись. Да тут просто расколбас начинается, смотри. Да, конечно, без шансов. Ё-моё. Все. Крипту уничтожили. Так, друзья мои, двигаемся дальше. По накатанной. По старой отработанной технике. Так, а здесь у нас... Ой-ой-ой, тут чумная мышь. Так, тут надо, ребят, что-то немножко другое передумывать. Чумная мышь. В принципе, мы с тобой раньше всегда играли паладином против чумнухи. Нет, это не пойдет. Слишком маленькая дистанция между замками. Поэтому нам, наверное, взять все-таки надо вот этот отряд. Поехали. Только этот отряд. Как раз у нас здесь с тобой паладин. Нам главное его вызвать, успеть. 275 энергии. Он сейчас вызовет чумнуху, вот поверь мне. Видишь? И главное, чтобы яд был, ребята, подальше находился, чтобы мы не получили с тобой повреждения. Этого зомби мы сейчас раскурочим. Палыч, куда? Я уже думал, он куда-то побежал. Вот и все, в принципе. Вот и все. Что я хотел, ребят, то я и получил. Блин. Давай тогда, наверное, всадника на журавле позовем. Воу, тут еще и некр лезет. Ураганчик. Как раз вовремя. И как раз кстати. Смотри, он меня достал, а, своими чумухами.
Он меня решил, ребята, просто одолеть. А, тут еще и некро. Слушай, пора, по-моему, нам друидку позвать. Вопрос только в том, успею ли я ее позвать. Ё-моё, ты посмотри, что тут творится, ребята. Допустим. Допустим. А ну-ка, давай-ка мы их, наверное... Зря я так сделал. Нет, нормально. Чумные... Ага, еще и некро забрали к себе. Ну и все. Доигрались, как говорится, на скрипочке. Все, даже чумная мышь им здесь не поможет. Крышка замка. Замечательно, я же говорю. Друидка это топчик. Против нее лучше не выделываться. Ага, здесь немножко по-другому, ребят. Здесь нет чумной мыши, но здесь есть зомби-камикадзе. Да, наверное, лучше взять вот эту команду. Почему? Потому что некро будет вызывать своих черепков, естественно. Зомби-камикадзе будет на них клевать. Наверное, а может быть и нет. Тут пришлось вот так вот сделать. Сейчас взорвется, окей. Так, начинается, короче, да? Давай, 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 тыквоголовый. Слушай, а чего у него так колобки-то далеко бегут? Мои почему-то так не могут далеко шпарить, а у него могут. Ай, красота. Угу, слушай, вообще замечательно. Ты посмотри, что мы тут вытворяем. Ни малейшего шанса на этих хохломонов. Ай-яй-яй. Взорвался, да? Не успел. Ну тогда все. Сейчас я еще корни выпущу. Карту отдай. Изи. Так, сколько у нас еще остается там уровней? Ну давай посмотрим. Ага, это предпоследний. Так, вот здесь проблемка небольшая. У нас чумная мышь. Плюс привидение. Призрака, естественно, мы с тобой законтрить не сможем. Так, что же делать-то? Взять эту команду. Если мы возьмем с тобой ниндзю. Плюс БФГшка. Но у него привидение. Привидение будет... Блин, я не знаю. Ага, все. Наш старый отряд, почему, ребята, он здесь хорошо зайдет? Во-первых, паладина не так легко уничтожить привидением. Ну и во-вторых, сам знаешь, он будет контролировать эту чумную мышь. Вот так вот. Ну, призрак, да, будет бесить сейчас. Уж с этим я ничего поделать не могу, ребят. Опачки. Из-под тишка вышла некро. Ну-ка давай вот так вот сделаем с тобой. Наказали. Наказали. Вызываем еще одного паладина. Ну и, наверное, все, ребята. Доигрались они тут. Ну что они тут уже? Ничего не сделают. Да, мы, конечно, стоим с тобой отравленные. Но... Мы задамажили. Мы задамажили и переходим с тобой. Что это такое? Понятно, все, мне все свои награды хотят. Набери. Типа бесплатно, на самом деле по 500-600 рублей все это стоит. Ну что, у нас тут жнец. Все прекрасно знают мою супер топовую имбовую команду, которая рвет любого. Хоть жнеца, хоть, я не знаю, старого воина, хоть, я не знаю, там, лорда пустоты. Любого давайте всех пробьем. Ага. Стоп. Зомби-камикадзе как бы здесь меня не особо радует. Начнем с этого. Начнем с этого, ребята. Так, ну что, вызываем, наверное, ведьму. Что скажешь?
Вызвали ведьму. Теперь остается брать Ронина. Но, Ронин, давай, выбегай. Бежит, 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 бежит. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, что ж ты делаешь-то, а? Ну где там босяра-то? Где жнец? Я уже готов, ребята, бомбить его. Как всегда. Жнец испугался, он даже не вылез. Друзья мои, он не вылез. Это не впервой. Такая практика у нас. Мы все это прекрасно знаем, что боссы порой не выходят или не успевают. Ну а мы с тобой переходим на территорию захватчиков. А здесь нас встреч... Ох ты, ползун, прям сразу же. Ползун и бородавочник. Ну, здесь, друзья мои, естественно, нам нужно будет вызывать щитобота в первую очередь, потому что... Да-да-да, вот именно для этого. Заторможенная такая реакция. Вначале получил, потом замах делает. Странный ты парень. Ну, а против, естественно, бородавочника нужен паладин. Хотя я тебе скажу, что бородавочник будет сильнее паладина. Так, погнали. Ну, зато наш дамагер сейчас с собой, ребят, пожертвовал. Он с собой пожертвовал, чтобы... Да ёк, макарёк, а? Достанет этот бородавочник просто. Заморозка. Вот это, кстати, хорошо. Сейчас мы заморозим с тобой противника. Если бы он еще был бы тут. Да чтоб тебе. Давай, давай, давай. Бородавочник очень сильно дамажит, но именно в плане защиты он не особо силен. Поэтому он проигрывает здесь. Все. Победа здесь за нами. Кстати, на наших всадниках на журавле автоматически активировалась пассивка на отхил. Здесь жаба с пушкой добавляется, что тоже не есть хорошо. Немножко, конечно, дистанция увеличивается, но жаба с пушкой — это уже серьезная заявка. То есть она будет контрить у меня, получается, всадник на журавле, да? Естественно, и паладинчика тоже будет контролировать. Да. Так, и он его позвал. Ах ты. Ну вот. Вот-вот-вот-вот, об этом я и говорил. Так, хорош баловать. Ё-моё, всех сразу же одним взрывом накрыл. Молодец, молодец. Трындец, вот это плохо. Заморозься нафиг. Так, а чё я, ребят, туплю? Давай позовем просто друидку. Не успею. Хотя, подожди. Ай-яй-яй. Да нет, все, тут хорошо. Ребят, мы его немножко прижучили, конечно. Ну и наносим урон. Так, отдай сюда монетку. Прекрасно получается. Ну что, двигаемся дальше. У нас с тобой третья миссия. Кто там опять засверлякал, а? Вчера весь день сверлил, блин, достал уже. Так, значит, у нас здесь с тобой ползун. У нас воблер и бородавочник. Воблер и бородавочник. Так, мы можем с тобой поменять, конечно же, нашу команду. Давай, погоди-ка. А чё я переживаю? Ну да, воблер будет, конечно, бомбить своими батарангами этими. Ползуна, главное ползуна, ребята, контрить и все. Но мы же можем, например, с тобой взять всадник на журавле. А он, по-моему, и воздушные цели тоже бомбит. Да, скорее всего, так у него и получится. А вот самое паршивое, когда вот такая вот смесь. Да-да-да, когда... Воу-воу-воу-воу, тихо. Оттолкнул, да, все-таки? Я хочу вызвать, успеть попробовать друидку сейчас. Так, копим, копим на нее. Слушай, он почему-то у него даже разбег не применяет, я смотрю. Раньше они обычно всегда с разбега выбегали. Обалденно.
Да хорош. Так, друидка, отходи потихоньку назад, чтоб тебя тут ненароком не задели. Во-во, разбег бежит. А ну-ка давай, иди сюда, ногтю всех. Там и оглушение, что там еще, ребят? А, все. Повреждение, оглушение, отталкивание. В общем, все тотемы активируются. Откинул моего робота, бедолагу. Давай вызовем еще одного паладина. Нет, все, тут уже бесполезно ему что-то делать. Распетрушили. Так, продолжить. Смотрим. У нас, по-моему, еще, да, еще два поединка. Я думаю, что... Ага. Тут у него жаба с молотом. Жаба с молотом, жаба с пушкой, бородавочник плюс ползун. Я, наверное, думаю, успевать буду вот эту вот команду вызывать. В плане танка. А танк у меня первый упадет, это голем. Тихо, 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 тихо. У нее массовый взрыв, ребята. Она может своей волной задеть наш, как говорится, замок. И будет такой фейлик. Голем против этого, наверное, не справится. Поэтому нам надо будет, ё-моё, вызвать. Хотя издалека контратака идет нормальная. Давай, 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 давай. Контрим, контрим, отлично, шикарно. Так, ты, ниндзя, главное не беги вперед, батьки, в пекло. Да ну, блин. Это беда. Это, ребят, беда. Ух. Пора тогда нам тоже применять трюк в рукаве, да? Ну что, сможем? Да сможем, конечно. Опять толкун этот вышел. Так, давай еще одну ниндзю позовем. БФГшка сейчас очень хорошо сработала. Выпустила свой луч. Ну. И последний, да. Хм. Профи. Ну, что тут, ребята, скажешь? Профи? Ну, есть профи. Последняя, по-моему, у нас миссия здесь. Кто? Босс? Лорд? А, нет. Смотритель здесь будет. Здесь у нас смотритель. Ладно, пускай смотрит, как мы его сейчас будем разбирать. Слушай, наверное, он не вылезет даже из своей конуры, скорее всего. Ну и что ты идешь? Ну что ты вот идешь, а? На, получи тогда. Так, я, наверное, сейчас хочу позвать Ронина. Мы обычно с тобой играем как? Через мага-рыцаря и, соответственно, Ронина, да? Это у нас быстрая комбинация получается именно по устроению противников. А, у него воблер здесь есть. В принципе, и воблера тоже уничтожим. Он нам не проблема. И все. Пошла, ребята, колбасня. И последний удар. Тыгыч. Все. По-другому здесь никак нельзя было. Да, ребята, мы прошли с вами территорию захватчиков. Естественно, забираем у них сундук. 9 гемов, это уже приятно. И у нас территория роботов. Угу. Значит, молотильщик плюс щитобот. Слушай, подожди секунду. Молотильщик, щитобот. Вот. Хотя, блин, как сделать-то лучше, ребята, я не знаю. Вот здесь энергии нету, этот отряд вряд ли. Хотя, почему вряд ли-то? Должен, по идее. Голем же может быть сразу вызван? Или нет? 175. Успеем или нет? Сейчас проверим, ребята. Если не успеем, это будет плохо. Успел. Да-да-да-да-да. Именно вот здесь нужен был голем. И сразу же вызываем с тобой жабу с молотом. Все. После этого вызываем ниндзю. Нет, лучше я голема. Лучше будем танков вызывать от них. Я знаю, что сейчас может быть пила выпущена. Но нет, нету никакой пилы. Ай, красиво. Есть определенный риск, когда выходит молотильщик, то что он при смерти выпустит циркуляру. Естественно, ниндзя сразу отдупляется. Много получает повреждения мои зомби. Поэтому я как бы хочу
поменьше вызывать ниндзь, побольше вызывать наших танков. И в принципе это все работает. Видишь, да? Запрессовали мы возле замка этих охламонов. Нам повезло, а ему не очень, потому что молотильщик ни разу не выкинул циркуляру свою. Ну, за счет этого мы, конечно же, их и промяли. Здесь то же самое, только у них добавляется робот-спортсмен, да? Тени толкай, как я его называю. Любитель подтягивать, оттягивать, я не знаю там, что он делает. Ползуна, по-моему, здесь не было, да? Ползуна, по-моему, не было. А ползун не здесь, ребят. Ползун у нас тихо. Давай, ниндзя. Упс. Что-то пошло не так, да? Хотя нет, смотри-ка. Справляемся вроде бы. Вот это вот не надо делать. Тени толкай опять начинает, а? Ну. Готов. Готов. Двигаемся. Спасибо за карточку. Так, вызываем жабу с молотом. Ух ты. Приворот. Ну и все. Что я могу сказать? В хлам. Вражеский замок полетел в хлам. Ну а мы с тобой двигаемся дальше. Две энергии у нас еще остается. Жалко, на эту не хватит у нас. Здесь уже Джиггернаут выходит. Появляется. Ну, Джиггернаут у нас юнит дорогой, но крепкий. Дорогой, но крепкий. Поэтому, наверное, начнем. Тихо ты. Идет шайка, лейка это. Здесь можно, в принципе, накопить спокойненько нам на богиню солнца. Но с молотильщиками шутить не особо хочется. Давай-ка попробуем БФГшку. Да ёк, Макарёк, вот об этом я тебе говорил. Видел, что получилось? Да-да-да, ты правильно понял, он выпустил циркулярку. Естественно, ниндзя погибла. Многие там остальные тоже погибли. А это уже не смешно, ребят. Джаггер, собственно, персоной вышел. Сейчас начнет, блин, круши, толкай делать. Да ну, блин. Вот, опять он начинает за свое. Да шварните вы там в конце-то концов. Ну че, все что ли? А че так быстро-то? Эй. Это, блин, этот еще с отхилом там, блин, со своим балует, я смотрю. Мы урон-то еще не получили с тобой? Нет, но сейчас получим, судя по всему. Вообще меня тут прессанули капитально, ты посмотри. Вот это я, да, ребята, вот это я лопухнулся. Все, пошли. Офигеть, вот чего-чего, я бы никогда не подумал, что здесь можно проиграть. Что я проиграю здесь? Я еще не зря, ребята, посмотрел на Джиггернаута. Прикинул, так было, я думал, если мы продамажим. Но, видишь, у него молотильщик со своими пилами циркулярными. Ну что же, делаем ход конем, да? Как говорится, если этот охламон не идет к нам, мы сами подойдем к нему. Но только... Но только вот этой армией. Погнали. У нас тоже здесь есть Джиггернаут. У нас тут есть контроль. Причем контроль офигенный. Ну давай, давай, давай. Поехали. Да-да-да, с одной плюшки он падает. Вызываем вот этого братка. Так его назовем. Ползун. Клетка. Джаггер. Ползун.
Подожди секунду. Давай жнеца, наверное, называть. Давай жнеца звать, фигли. Нам еще тут ждать, выжидать у моря погоды. Тыбич. Плюс клеточка. Все как полагается. Угу. Но не забывай, если у него молотильщик опять же погибнет, пила тут нанесет нам много урона. Видишь, что сейчас только что было. То есть, соответственно, погибает целый отряд моих баллист. Ну и все, замку крышка, ребят. Такой, знаешь, вот отряд специфический. Баллиста хороша, когда сзади, ну, я имею в виду, когда на нас не нападают циркуляры. Как только они начинают лезть в бой, все, ребят, сразу начинаем сматывать удочки. Потому что, ну, этот, этот и вот этот сразу же автоматически исключается. И остается у нас только лишь босс, и все. Этот отряд здесь, блин, это хилботы. А он же идет в паре вместе с щитоботом, да? Хилбот, щитобот. Как звучит-то, а? Хилбот, щитобот. Я не знаю, давай этим, наверное, попробуем. Ну, мы сфылились в прошлый раз. А, там джиггернаут был. Так, а здесь, извини меня, щитобот будет как джиггернаут. Под прикрытием, извини меня, хилбота. Мы его не сможем пробить. Если только вся надежда будет на БФГшку, на ее луч. Да и то вряд ли. Ладно, все равно нам делать нечего. Вот-вот-вот-вот, начинается, ребят. Поэтому нам нужно максимальное количество дамага. БФГшка вряд ли мне, конечно, столько дамага даст. О, еще и этот вышел. И пытаемся, ребята, естественно, применять ульту как можно чаще. Так. Ну вот, блин, ну вот, ребята, вот и результат. Вот об этом я и говорил. Не получится, наверное. Оглушает еще там этот. Понятно все, короче. Вроде как пытаемся что-то сделать, но это бесполезно. Ты видишь, да, что выходит? Он там уже армию наклепал, ты посмотри. Офигеть. Нет, друзья, нас тут сомнут в порошок. Сколько раз я сам себе говорил, что не надо нафиг брать, блин, против вот этих вот шлепков, которые хиляются. Ну все, тут урон получили мы, короче. Что щитобот под хилом, ну это просто топ. Там и джиггернаут отдыхает. И так оно и получилось. Все. И все равно экспериментирую, экспериментирую. Как будто вот мало было прошлых игр, прошлых ошибок. Нет, вот все на одни и те же грабли. Знаешь, вот как всегда. Надо еще раз убедиться. А вдруг прокатит? Не прокатит. Не прокатит. Тут, наверное, только топовая команда, ребята, мне поможет. Вот это вот. Или же вот это. Вот это вряд ли мне здесь спасет ситуацию. Ладно, погнали. У меня все равно вариантов нету. По-моему, если я даже не ошибаюсь, и эта команда в свое время когда-то проигрывала. Именно вот хилботом. Единственное, что здесь есть прыгун, который мне очень хорошо может помочь. Сейчас проверим. Вызовем прыгуна, наверное, да? Он как раз этого хилбота уничтожит. Так должно быть, по идее. Ну да, в принципе. Что-то как-то так ватненько все идет. Тут ульта еще хорошая у нас. За счет ульты разруливаем ситуацию. Там, конечно, молнии не очень круто. Все. 3 секунды буквально. И враг повержен.
Так, ну давай посмотрим, что у нас тут. А, ну здесь в любом случае придется уже брать нашу топовую команду. Ох ты, термин 9000. Угу. Ну с этим парнем-то понятно, лучше не баловать сразу в наступлении. Что, вызываем мага-рыцаря, да? Плюс пойдет Ронин. Чуть-чуть попозже у нас пойдет Ронин. Вот сейчас. Подожди, какой... Ну да, у нас прыгун, а не Ронин. Ну, блин, пробежал. Так, я жду. Босс-то выйдет сегодня или нет? Да нет, навряд ли он выйдет. Все, крышка замка. Два Ронина просто ушатывают в хлам. Ну, а нам-то что? Нам главное проходить. Проходить, проходить и проходить. Забираем свой сундук. Что нам здесь выпадет? 9 гемов, трансформатор и репульсор. Так, и у нас территория Нефритовой долины. Так, здесь, значит, самурай плюс терракотовый воин. Я думаю, пора уже отыгрывать вот эту команду. Хотя нам лучше бы... Ладно, фиг с ним. Уже взяли. Так, ну что, против самурая пойдет кто? Вот этот вот? А он справится? А если при помощи... Ой. Какое там, блин, справится? Друзья мои, что-то я... Что-то я... Но-н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 о. Начинается, ё-моё. Что-то какая-то фигня получается, если честно, ребят. О, Джаггера успел вызвать. Ну, с Джаггером-то уже можно повеселиться. Угу. Да-да-да. Пускай они там сидят в этой клетке. Пока не сдохнут, да? Опять он за своей истерикой. Все, друзья, тут должны выиграть. Сейчас вызовем Джиггер... А, Таракоша там наяривает, да? Ну, естественно, этот чувак сильный. Тынц минус самурай. Давай клетку еще вызовем одну. Эти рассыпались у нас. Ну что, баллиста, давай бомби. Ну и, в принципе, все. Крышка замка. Ну, тут тоже такой отряд... Только могу отметить сильные стороны именно наш Джиггернаут плюс баллиста. Но опять же, баллиста, если будет какой-нибудь там, я не знаю, бродяга или тот же самый молотильщик, это все, это финиш. Они здесь ничего не сделают, короче, не успеют. Потому что баллиста сам по себе, он мягкотелый, он очень хорошо дамажит, но именно по защите ноль. Так, что он сейчас будет делать? Мне кажется, сейчас пойдут... На самом деле, я думал, выйдет этот. Да. Вот он и вышел. Что же, баллиста, давай быстрее выходи. Нам надо с тобой ушатывать. Я сейчас дам хуя. Давай клетку. Вот так вот, стойте там. И не рыпайтесь. Джаггернаут, Джаггернаут, выходим. Зачем мне здесь вот этот? Я что-то не могу никак понять. Зачем он мне вообще нужен? Ползун-то здесь. Он идет обычно против Ронинов. Но здесь Ронинов мы не видим. Не наблюдаем вообще. Ладно, фиг с ним. Покажу свои причуды. Так, это забираем. И разносим. Ну все, тут шансов нет у него. Ни малейшего шанса. Я еще вот зомби вызову специально. О, еще и ураганчик. В помощь к нам. Все. Весь итог этого поединка. Третий. Третий бой. Воу. Слушай-ка, здесь вот Джен. Как будем с ним... Бороться, ребята, против Уджена-то, а?
он будет бомбить издалека. Так, так. У нас есть крипта. Вообще никаких мыслей нету. Вообще. Тыквоголовый здесь не справится. Воблер здесь тоже не справится. Трэш, ребята. Начинается трэш. По-моему, сейчас очередной фейл будет. Но не смогу я Вуджена контролировать, понимаешь? Держать его. Он будет, естественно, сзади стоять. Сзади всех и, как всегда, поливать своей энергией. Так, может быть, если только жнеца успеть как-то призвать. А, вот, за Таракоши он его отправит. Следом за его спиной, поверь мне. Так оно и будет. О-о-о-о, зазвучали. Вон он. Ну чё, давай попробуем клетку. Все, вот так вот. Только если так, ребят. Через клетку. Так, и сам жнец пускай выходит теперь уже. Ну и все. Ну да, друзья мои, вот здесь уже удачно все получилось. И мы этот поединок выигрываем. Без вообще практически потерь. Так, последняя энергия у нас на этом отряде. Давай посмотрим, кто здесь. Так, ну что тут? Ну, в принципе, ничего страшного. Да, есть у них тортила, черепаха. Естественно, она будет стоять возле замка. То есть нам нужно с тобой призывать баллисту. И желательно, чтобы она контрила. А для этого нужен нам джаггернаут. Ну, естественно, против джаггера он будет вызывать таракошу. Это о чем говорю. Следом выпустить сейчас самурая, наверное, да? Нет, не самурая, ребята. Вызвал он черепаху. Так, а если мы вот таким вот образом? Опа. Нормуль? Нормуль. Блин, клетку сейчас освободит. Это плохо. Не успела, да? Не успел. А, нет, успел, блин. Прикинь, успел клетку освободить. Ё-моё. Ладно. Фиг с ним, у нас еще одна клетка тут готовится. Поехали. Замечательно просто. Просто замечательно. Так, баллисты контрят практически все на своем пути. Единственное, что мы можем с тобой сделать. Давай жнеца позовем. В очередной раз. Ураганчик. Ползун. И еще один джаггер. Плюс клетка. Вот и все. Коротко и ясно. Так, ребятушки, здесь последний поединок у нас остается с Босяцким. Босс здесь богиня солнца. Ее нужно будет тоже как можно быстрее накрыть. Так, квесты завершили с тобой тактик. Угу. Мы теперь с тобой тактисты. Да куда ты? Куда ты вышел-то, Ахламон? Куда ты путь-то держишь, а? Самурай. Ты путь держишь к магу-рыцарю? Да? Смотри, смотри. Ах ты, у них Вуджен, ё-парсоте. Блин, сейчас начнут отталкивать. Поехали, короче, вот так сделаем. Черепаху, черепаху, черепаху сносим. Вот, 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 вот. Так вот. Оп, заморозили парня. Угу, угу. Нет, 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 ребят, ну зачем же так-то? Ай-яй-яй, а я успею? А я успею призвать ведьму? Да хорош. Квест назад. Что значит назад? Ведьма у меня идет потихонечку.
Вот и все. Накрыла ведьма медным тазом. У нее очень большой дамаг, поэтому, ребят, с ней лучше, конечно же, не сталкиваться. Тыч. Плюс то, что она плодит. Очень много всякой нежити. Так, супер удар. И все. Замок уничтожен. Забираем награды. Сундук нефритовой империи. Чем порадуешь? Так, копеечка, этот у нас прокачанный, да? Сакура. А, так мы уже с тобой прошли. Так, тритон. Трансформатор. И бот-паук. Новый, ребята, портал. Новый. Так, здесь у нас с тобой территория нежити. Территория захватчиков плюс нефритовая долина. Опять же, фабрика. Опять захватчики. Две территории на захватчиков, ребята, здесь. Вот так вот. Опа, чумная мышь плюс голем. Чумная мышь плюс голем. Тут у нас как раз есть одна энергия. В наших, ребята, интересах вызвать паладина как можно быстрее. Он вызовет голема, скорее всего, под... нет. Ну-ка проверим. Че так быстро заплевываешь-то, эй? Расплевалась там. Оглушили. Ну тогда все, крышка тебе, парень. Так, паладин, давай уничтожай эту чумную мышь. Вытянем голема сюда. Как-то вот так вот. Позовем еще одного паладина. Да и все. Здесь он уже ничего не сделает. Изи. Как говорится, изи катка. Тут уже все, энергии нету. Привидение плюс чумная мышь. Что сделать-то? Как быть-то? Этот я оставлю отряд на потом. Ну, выбора нету. Остается только вот так вот. Ну, чумная мышь. Она же меня достанет. Потому что... Хотя, фиг ее знает. Я знаю, что тык в голову, по-моему, не справится здесь. А воблер, если тут... Так, еще и призрак же, ё-моё. Да как вот тут быть-то, а? Воблера позвать. О, воблер, нифига он там получал урона. Это не вариант, друзья мои. Это вообще... Я не знаю, как даже назвать-то. Да. Давай корни. А вот, ребята, и чумнуха появилась. Ну, допустим. Слушай, а если я вызову некро? Ай, блин, вот тебе и некро. Естественно, она же ватная у нас. Ну, проверим. Давай, 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 ускоряйся. Заморозка. Ну, допустим. Так, чумная мышь отвлекается пока. Есть. Слушай, поражали. Я даже не верил, что у нас получится. Но прожали. Так, давай-ка, наверное, прокачаем этого полностью. Все. Соточка. Дальше. Служитель тьмы. Служитель тьмы — это то же самое, что хилбот. Под читаботом. Ты понимаешь, да? Трындец. А у меня выбора все равно нету. Попробуем. Но это
Мне кажется, шансы равны нулю. Просто-напросто нулю. Вот. Чумная. Голем. Да. Как же быть? А, у нас есть с тобой корни. Если что, ребята, будем использовать корни. Ну да, это единственный вариант. Чтобы он не успел захилять. Смотри, смотри, смотри. Ага. Так, допустим. Надо еще вызвать одного тыквоголового. Потому что сейчас чумных летят. Дай монеты. Что-то аж голос охрип. Осип. Смотри, 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 пробивается. Почему он ускоряется, а? С чего вдруг такое ускорение у тебя, парень? Давай, родные мои, заморозку. Блин, она еще эту лужу свою ядовитую оставляет. Чумная мышь. Мы в ней стоим, естественно, получаем урон. Ну, по-моему, тут все, расколбас конкретно идет, смотри. Изи. Справились. Этот отряд меня не подводит. Ну что, блин, а здесь опять призрак. И у него некро тоже есть. Так, и голем. И есть энергия вот тут. Ниндзя. Попробуем. Попробуем с тобой здесь сыграть. Так, если сразу голема выпускать плюс ниндзю, или как нам лучше сделать? Да, наверное, так. Ниндзя 200 стоит. О! Не то, не то я ожидал, если честно. Уж точно не некро. Блин, вон чумнуха пошла. Ё-парасоте. Давай бы... А, молния. Ну-ка. Ниндзя, не падай, пожалуйста. Упала. Да блин. Через эту всю армаду яда пройдешь пока? Никакого здоровья не хватит. Молнии, давай, 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 давай. Заморозка. Трындец. По-моему, тут опять у нас фейл намечается. Причем конкретный фейл. Как с этим чумухами-то бороться? Ёпрсты, а? Ускорение, ускорение, ускорение. Блин, тут еще и ведьма до сих пор еще, ведьма, призрак этот еще летает. Я уже думал, его нету здесь. Ага, нету. Так, успеем? Интересно, мы с тобой вызвать. Поехали. Блин, по времени-то, ёк-макарёк. Мы по времени не успеем. Девять секунд, друзья мои. Офигеть. Проиграли только лишь из-за времени. Угу. А так все было близко. Ладно. Фиг с вами. Хотя бы пройдем. Ну, богиня солнца, конечно, здесь своим лучом прожигает и чумных мышей, и этих големов. Они тут вообще нам не в указ. Единственное, что энергии нету. Нет, я не хочу двигаться дальше. Так. Где-нибудь
Ну хоть где-нибудь дайте мне энергию. Блин, только на этом отряде, да? Сакура. Ну тут чумнуха вымораживает меня просто. Ладно, ребят, давайте возьмем этот отряд. Попробуем здесь пройти. Ну тут в принципе и пробовать ничего. Тут пройдем. Выходит он меня маг-воин, маг-рыцарь. Кого бы он там уже не выставлял, все равно. А, тихо, тихо, тихо. Ну, сейчас, конечно, колобками своими будет заколебывать. Поехали. Все, да? Зашатали. И замку крышку. Ну, имба и симба, тут с ней ничего не поделаешь, ребят. Тут вообще бороться бесполезно. Эх, это последний. И здесь у нас старый воин. Ну, против него мне только вот здесь, ребята, остается. Ну, давай попробуем. Конечно, это бесполезняк все. Сразу тебе говорю, бесполезняк. А у нас все равно выбора нету, да? Так что давай потихоньку. У него чумнуха здесь, по-моему, да, есть? Так, он выпускает голема. Естественно, пока прикрываемся. И чумная ползет. Ну, конечно, они сейчас быстро тут распинают. Очень быстро. Давай еще одного вызовем с тобой. Самурая. Плюс выпустим корни. Давай-давай в чумную, блин, бомбите. Ну что ж ты в голема-то переключился, когда надо было, блин, по чумной бомбить. Это тоже не от него зависит, ведь так? И надо нам с тобой как можно быстрее вызвать. Ты понял, да, кого нам нужно с тобой вызвать как можно быстрее? Олдскульного бойца нашего. Ох, ёк, Макарёк, он уже вышел. Ребята, у них уже вышел. И вот это вот самая пакость. Сейчас он будет его захиливать. Он его будет захиливать. Причем довольно быстро. У нас урагачик есть. Опа, мы положили, оказывается, старого бойца-то. Ну все, тогда тут трэш. Смотри, что мы творим. Если честно, я не ожидал, что мы пройдем с тобой. Но, как видишь, все у нас получилось. Да, конкретный разнос. Опять же, не без помощи тыквоголовых. Тут они хорошо поработали. Энергии все, да? Все, ребята. Ну что, дорогие друзья, на этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.